Всем привет, друзья, это канал Game Time 32. Продолжаем Alan Wake 2. Поехали. Так, у нас, короче, опять новая глава. Опять мы играем за Сару. Поговори с Андерсонами в доме перед старых Вальгала. Отправляйтесь в дом престарелых Вальгала в лесу Брайт Фоллс. Так, у нас оружие хоть появилось наконец-то. Так, особняк. Куда нам надо? Дом престарелых. Ага. Центр оздоровления, особняк. Так, значит, мы сейчас пойдем туда. Hello? Saga! It's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing... Oh, fuck! Fuck you, you fucking hag! Fuck! Shit. Something is off at that nursing home. Так, быстрое сохранение. Быстро сохраниться. Так, что у нас в коробке? Так, себе заберем. У нас уже место освободилось. Все. Так, давайте еще раз сохранимся и поехали. Чего, смена реальности? Что-то смена реальности? Не, нам пока не надо это. Лежать, песечек. Не надо нас пугать. Так, смотрим. Не забываем. Здесь, а то... Ох ты, ё-моё, оказывается, я прошел, друзья. Подождите. Как-то я прошел мимо. Значит, а где он был? Поворот этот. Ага, чуть прямо. Вот он. Так, ничего. О. Another cult stash. Так. Мы поняли. Он себе показывает. Блин. Стоп. А я думал, как он же работал. Он, оказывается, изначально показывает, что нажимать. Ладно, я уже переберу все, потому что я только сейчас это понял, как. Сейчас надо было сразу поменять, когда были зеленые. Блин, еще что-то надо. О! Еще?
Да ладно, прикольно. Так, патрончики, патрончики. Дробовик бы еще бы. Куд дерево все видит. Ага. Another one of those rhymes. Так, кукла. Keep trying. И чё? Так, мама, мама, я пойду. Да только играй в саду. Но постой, позволь-ка. Я напомню про спокойный, тихий омут. Озеро, что там вдали. Дочь, прошу, не утони. Гася, как прикольно. Подождите. Чё? Думай, сага. Блин, а чё здесь? Кукла, мать. Блин, наконец-то куклу ложить. Тем более их три еще. Ну типа она здесь, наверное, умерла, что ли? Утонула. Или чего? Откуда он взял-то тут? Блин, патроны. Чего? Чего? А что за патроны вот эти вот? А, это перевязка. Вылечится, вылечится, вылечится. Так, где еще один бычара тут? Налетел на меня. Так, что тут у нас теперь дальше? Еще одно здесь. Так, особняк нам туда. Подождите, здесь я уже брал. Кукла, ребенок. Блин, может там куклу брать? Так, что с не туда я иду? Походу. Another Alex Casey lunchbox? Так, тут я врезался во что-то. На ощупь напоминающее кирпичную стенку. Я начал падать, но сильно рука подхватила меня за талию. Что происходит? И тут мое помутневшееся сознание прорезал голос. Хрипловатый, мужественный голос. Слова поддержки. Не волнуйтесь, мисс. Я разберусь с ними.
Я поднял глаза и увидел, как монстр несется насквозь чащу леса. А потом вспышка. Монстр рухнул, слава старик, у которого выбили трость из рук. Я взглянула на моего спасителя. Его тонкие черты красиво обрамляли темные волосы. Он был одет в стильный твидовитый пиджак, держа в руках дымящийся пистолет. Похоже, я успел как раз вовремя. Вовремя, произнес он. Его лицо озарила улыбка, и мое сердце оно затрепало, но уже совсем не от страха. И не поспоришь, подумала я. Так. Фрагмент рукописи. Блин, а что, не могу переместиться теперь? А, нет. Улучшение 16. Пистолет, арбалет. Вот, размер магазина 50%. Блин, там магазин так, в принципе, слабый, слабенький на самом деле. Магазин, да. Так, больше пуль. Ладно. Давайте больше. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo, as if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Прикольно. Типа он переписал историю, или что он там сделал? Так, полицейский в морге. Так, дом присяг Вальгалла основан в 2000 году Одином и Тором. Так, Андерсонами, участниками группы Old Gods of Asgard, чтобы найти пристанище в старости. Построен после тура. Ладно, короче, хер с ним, друзья. Все это неинтересно это читать. Эти все вот вымышленные истории о домах. This incredibly attractive martial arts master. It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're topping the prizes. Блин, что не повторяются? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide, also, it's bear season. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskala, voted best coffee roaster slash. А, блин, то же самое. Блин, такое ощущение, что думаю, что-то поменяется у них там. Думаю, можно до конца смотреть, и в конце какая-нибудь будете, знаете, различия от этих видео. Короче, не то же самое. Вроде уже смотрели, а показывают, как будто не смотрели. Ладно. Давайте посмотрим, правильно мы хоть направляемся. Особняк. Особнячок. Так, кстати, тайничок мы не открыли. Синхрон культа. Ну и хер с ним. Будем зайти и откроем. Пойдемте к особняку тогда. Torin Odin claimed to be my family. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Так.
Так, так, так. Подождите. Все. Блин, ну красиво здесь, слушайте, прикольно. Блин, светится, я думаю, что здесь есть. А это просто лучи. Вальгала. Бля, охрененный такой парк. Закрыто. Гляньте, а когда близко подходишь, красиво, как и ярко становится. Vote Mayor Setter to sit in office. Так, и чё? И что? Дальше. Вот-то где? Так, там забор. А, ну, в принципе, есть там этот еще один. Так, где я? Блин. Не показывает карта. Так, давайте попробуем обойти туда. Ой, только не говорите, что здесь закрыто. I need something to cut this. Бляха-муха, не с другой стороны его зайти. Особняк, особняк. Так, здесь закрыто. Ё-просто, уход с другой стороны, походу. Да, ладно. Да, бред же. Блин, точно нельзя зайти, не пойму, может все-таки. А, стоп. Возвращение. Old Woods. Oh, Saga? What's up? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, you know, tidying the. I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone.
Norman, clothes! Norman, we have a visitor. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Artie. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Tor and Odin are here somewhere. Need to find them. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs. But your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Mandy May, you can't say stuff like that. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Ati, this is your home. You don't need to keep cleaning. I take that book away, but I know you'll just find it again. Girl, what a once after being told no. Why, rest when you are bored to work. And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box, holy rain. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Look at that, I know. Открылась? Oh, нет. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident? Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. It's useless. I need to stop the story. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. I need to check Tor's room. Так, понятно. Вырубить на музыку. Have you seen the way Tor's been slobbering over Cynthia? Like a horny teenager. Так, что это комментарий Полу? Шикарно. Yako, did you just drink a regular brand coffee? I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Hey. What? What's that sound? Oh. Ilmo, look, it's the Bright Falls blended organic coffee from Old Deer Diner. Oh, wow. I've heard that the health benefits
benefits of this coffee include increased energy, improved eyesight, better lovemaking, and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee close at hand, you are always prepared for what comes next. How does it taste, Яко? Шикарный. I feel like a million bucks. Thanks, old dear Diner Coffee. Bright Falls blend organic coffees brewed with care right here in the Pacific Northwest from coffee beans that are sourced locally in Puerto Rico. Try it today at Coffee World and the Old Dear Diner, and don't forget to try the delicious brunch special this month only for Deer Fest. Все, беру 100%, сразу дайте два. Опа. Так, восхождение Уэйка. Вышедший из-под пера Алана Уэйка, криминальные романы стали настоящей сенсацией. Листайте историю жизни знаменитого автора вместе с нами. Так. Так, короче, кому интересно, про журнал почитать, друзья. Кстати, на паузу и почитайте. Так, здесь что у нас? Ты мне не поможешь? Я накорму тебя оладьями. Роуз, ты моя истинная муза. Шелунишка Алла. Алан Уэйк, писатель. Популярный писатель Алан Уэйк задает новую дерзкую моду для литераторов. Где же Алан Уэйк? Загадочный задание, автор детективов. Значит, может, прочитать надо? До конца пройти. Роуз, стань моим лучиком света во тьме. Алекс Гейси. Вот это же Алан Уэйк. More of those kids' lunchboxes. Так, карта. Четко. Тебя переполняет сила. Тебя ждет успех. Ты сама уверенность. Так, спасибо за рукописи. Блин, кстати, а выход можно сделать. Old Gods of Asgard. So Odin and Thor had a band and everything. Так, спасибо. Так, ну я думаю, все, можно подниматься. Опа, второй этаж. Блин. Чё это такое здесь? More moonshine. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. В смысле Тора нет? Опа. Odin's in bad shape. He was drunk and watery. Or is this something more serious? That woman in the painting looks like mom. Was I born here? Or is this more of the story? Can you hear me, Odin? Чего? Odin Addison, can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? Короче, что-то здесь происходит, стопудово. He's in no shape to talk. Да, не просто так. Что-то с ним сделали. Тут что-то, короче, плохое происходит, стопудово.
Так, стоп. Так, море тьмы. В залках спите с кубком мудреца, чтоб знаньям древним не было конца. Отдал я глаз свидетель, месяц был. В видение свой разум я вступил. Узрел миры и в ужасе отпрятнул. Безумие скрывало за собой тьмы моря и путей немало. Как древо ветра скинулось предо мной, уже не вспомните мне, как много раз чудовищем я завещал свой зоркий глаз. Однажды, встретившись опять, столкнемся здесь судьбы не миновать. Херася. Куда подевал глаз? Давным-давно я дал его Мимиру, дабы спить из колодца мудрости. 1976 год я сам извлек его и узрел, напился самогона. В 88 году обитающий по ту сторону отнял его у меня. История вот-вот повторится, это не избежать. Понятно. Так, идем в хату. Один. Похмелье. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years. But we already have our band. And those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the Wellness Center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art
like Tom's writing, can change the world. But the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Так, ну наконец-то, блин. Так, что у нас там доска зацепок? Дела. Ух, ёпта, у нас сколько тут дел. Правда ли вымысел? Торрен Оден might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Так, дом престарелых. Clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Так, что пунчик усилит действие. Ладно. Подождите. А, Тор в порядке. Стоп. Тор marked by darkness. I can feel it. Tor is not okay. Something is definitely going on here. Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. Так. Rolls. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. Ага. Так, Тор один отдыхает и не принимает гостей. Норман с Торном что-то случилось. Один спит наверху. Так, ищи Тора в его комнате. Он в опасности. В оздоровительном центре творится неладное. Угу. Так, что за правда или вымысел? Так, старушка. Think, Saga. Так, ланчбокс. Это что у нас? Обитель разума. Так, дальше давайте по зацепкам эти все дела сразу расставим. Все эти карточки. Моя жизнь. Нет. Да, блин, куда же ее? Вот. Это должна быть мама, а вот и я. Это все же часть сюжета. Так, культ дерева. Дерево. Хера тут у нас. Кто входит? Okay. Не члены культа. Band, no wonder they want a pair of legends. Так, кто у него входит? Вот. Ультис пытались убить Алана Вейка. Так, убить Алана Вейка. Так, почему не хотят убить Алана Вейка? Так, я собрал карнавальную кузницу, Отер вошел в склад. Так. Ага, на будущее. Так, региончик не подходит. Угу. Вот.
Так, еще, походу, папка там последняя история. Че, все, что ли? Блин, семья его нет. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I thought not. Sorry. Don't mind me. And now I have to start over. Так, а чё у меня? Инвентарь полон. Breakfast is at 7. Tomorrow will be eggs, toast, grapefruit, orange juice, tea, coffee. Service stops at 9. Lunch at 11. Tomorrow is borscht with oyster crackers. The other choice is stewed beef. I will have borscht. What is dreamed of soup in New York in a fancy hotel? Чего? Понятно, закрыта хата. Very old. I shouldn't interrupt him. The government built a bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it, ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... Блин, уже не влезает ни хрена. So, teens would drink there. Do other stuff that isn't a worldwide content. Meant to replace it days ago. But the bunker has this will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Блядь. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Не ожидал такой подставы. Ладно, поднимаемся наверх, да? Блин, инвентарь же полон весь. Чё? Getting in is forbidden for your own safety. Time is long for those who wait, but in the end, stand to dance. Sheesh, didn't see you there. Так, невременные загадки. Более 200 загадок, дразнящих и еще кочущих мозг. Не забыть, хочешь что-то спрятать, придумай загадку. Действует лучше любого замка. Добро пожаловать. 200 калам бобров, от которых собеседника срубит, как дерево для плотины. Хрень какая-то. Блин, где этот дедок? Ай, блин, ты чё, Сара? Блять, выйди отсюда, пожалуйста. Сара, выйди отсюда, ва. Блин, где же он?
Блин, где ключ? Ключ, ключ, ключ. Где мне его найти? Блин. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay, I'll let you in. Thank you, Rose. Ну и чё? Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Опа. Карта. Себе. Так, давайте что-нибудь. Ячейка доступа. Медичка полная, прям по самые яйца. Hello? Tor? It's Saga Anderson. Блин, сколько здесь этих гребаных дверей. Так, ну вот патроны нам нужны однозначно. Самое ценное. Exit, выход. Чё? He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Так, мы сразу нашли мистера Андерса на полу у телефона без сознания. На руках ожоги, на голове рана. Было холодно, поэтому притащили его сюда. Он всю неделю себя вел странно. Позаботиться о нем? Он важный пациент. УВБ. Must be locked from the other side. Чего? Так, диспринзат. Дисприн... Ёб твою мать, короче. Так, а где у нас что чего? Подождите. Две аптечки. Это можно убрать пока.
Так. Что вот это вот? А, баллон с газом. Да не нужен мне пока баллон с газом. Все. Сохранились наконец-то. Так, короче, нам надо вот эту дверь идти. Тор, wait! It's me! Куда он побежал? Опять, кстати, мой там бьется. Или дед там бред не словил. Бляха-муха. Это что за дверь? Подожди, она, наверное, закрыта. Все понятно, все правильно. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Ага, это наружное все. Понял. Так, это уже хорошо, батарейки, патроны, то, что нам надо. Кирося. Security computer. Блин, компьютер всем безопасности, а тут что у нас? This door needs a knob. Понятно. Needs a password and a warrant, technically. But hey, desperate times. Так, пароль, подождите. Так, 5 мая полнолуние, 12 мая, 3 четверть. Чего? Блин, 1-30 августа. Да хер его знает. Так. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим дела, брат Андерсон. Odin said Tor needs help, but from what? Is he turning into a Taken? Дальше дела. Еще у нас история. Не понял. Братья Андерс. Опа, нихера себе. Doesn't look right. Так, где же Тор? Где же Тор? Тор left the wellness center. Так, дверь в кафетерии. Пароль компьютера какой? Вот. Так, часто проблемы служат даты. Может, это именно такой случай. Дверь заперлась на электронный замок.
The computer controls the door that Tor went through. Да это понятно, что компьютером. Пароль, пароль. Так, что у нас история? Пароль. Таямба. Опа. Ага. Владимир Блум. The Koskala brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Так, доска зацепка. Дела. А, вот пароль, да? Так, еще одна зацепка. Согласно письму, инициация – это день следующий за новолунием. Блин, еще нужна алика одна. Культ дерева. That's not right. Так, Яка и Юма возглавили культ. Так, рукопись, рукописи. Что это такое? Подождите. Doesn't make sense. Так, письмо об инициации в культ, адресовано Владимиру Блуму. Так, Владимир Блум. Блин, Владимир Блум. Think, Saga. Да перекидываем, перекидываем разные варианты. Вот. Владимир Блум. Вот. Так, ура, письмо пришло, меня приняли. До свидания, обычный мужик Влад. Здравствуй, крутой мужик Влад. Ну, купить водки, селедка, праздновать в этом месяце все изменится. Day, then month. Число за тем месяц. Так, вот она и улика. Вот она и улика. Про пароль. I have what I need to figure out the password. Так, подсказка к паролю Блума в его офисе. Так, подсказка к паролю Блума в его офисе. Офис. Мастерская. Особняк. Офис. Так, а выйти-то я могу вообще сюда? Получается. Давай, покажи. Офис, офис, офис. Блин. Что, обратно надо идти? Ну да, прямо. Блин. Так, на доске ничего нету здесь. У нас тут вроде как тоже. Опять же, офис это чей? Кухня, столовая, процедурная. Особняк.
Блин, ну не факт. Ладно, короче, пойдем там разгадаем. Попробуем. Так. Блин, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цифр. Шесть цифр. А, раз, два, три, четыре. Нет, пять, шесть. А, как он сказал? Стоп. Блин. Так, часто пароль служит датой, может это именно такой случай. Так, согласно письму, инициация — это день, следующий за новолунием. Новолуние. Блин, полная луна. Новая луна. 12. Или нет? 4. 4, 3. 4, 3, 3. 1. 30. Так, раз. Так, май, июнь, июнь. А вот. Раз. Два. Три, четыре, пять. Нет, раз. Раз, два. Типа вот новолуние, что ли? Или нет, подождите, вот эти, может, эти вот раз. Два. Три, четыре. Пять. Пять. Нет, шесть надо. Так, сейчас еще раз попробуем подумать. Так, замок. Камера больничная, 17.08.23. Код в больнице, друзья, запомните. Чтобы открыть двери. Alan Wake 2. Так. Да, я точно открыл их. Замок камеры больничная сигнализация. Блин, я же вроде открыл. Ты не понял я. А, стоп. Может там, куда он побежал тогда, в ту дверь? Блин, красным горит, странно. Да ёб просто. Бля, а чё ж тогда я открыл? А, ну вот зелёная. Оп. Чего? Да бред же.
Так, все. Блин, надо бы отпереть просто нажать. Все понятно. Подожди, подожди, батька, подожди. Я хуй гляну, кого-то что-то. Блин, и там у нас. Ну, зайдем мы сюда. А, подождите. Блин, по-моему, здесь был, да? Так, открыл-то какие двери? Все, походу. Следовать за Тором. Дверная ручка. А, кстати, я вспомнил. Так, дверная ручка, по-моему, сюда нужна была. Вот. Ух ты, это что такое? Блин, нихера себе. Вол. Так, а что у нас? Рукописи, рукописи. Страница рукописи. Так, подождите, где у нас улучшение оружия? 9. Арбалет. Мне бы ячейку бы добавили бы по-хорошему. Это что, дробовик? Я не пойму, да что это такое. Так, ну слушайте, короче, это прикольно. Попробуем освободиться здесь. Сейчас только мы... Блин, запутаться бы тут. Стоп, 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 стоп. Сейчас мы освободим место просто. Так, только где коробка? Подождите, где у нас сохранка? Перевязка. Кофе. Сколько там на место? Блин, блин, так. Четыре. Блин, штука-то прикольная там. Хотелось бы забрать ее. Так, а есть ли ракетница? Блин, жизнь можно прицел кинуть, хер с ним. Выбросить. Так. Так, двинем сюда. Подвинем сюда. Короче, мне не хватает одного места. 4 стрелы. А если сделать вот так, вот так.
Вот, теперь можем взять, отлично. Теперь у нас, друзья, есть разнообразие. Так. Ракетницу мы куда-нибудь сюда. Жизни мы, блин, сюда. Короче, как-то так пока что. Прикольно. Так, друзья, чё, погнали дальше. По комнатам походим. Себе. Need to catch up with Tor. Блин, мы Тора. This must have been Tor's. Так, ну чтобы вот надо здесь хотя бы осмотреться нам. Чтобы нам тут не потерять ничего. Интересно, ценное. Так, берем находок. Варежки, домашние вязки, блокноты и списанный план. Нам и питание на каждый день. Качественная ручка, антикварная заколка, очень красивая. Так, нашел кафетерий, патроны для охотничьего ружья. Роуз, думаю, это ты. Опять забыла. Тебе следует быть осторожней. Прислушайся к Владу, тоже больше любителю оружия. Держи пушку в сейфе. Патроны у меня заберешь, когда сможешь. Я купил чаю, который тебе так понравился. Налью тебе чашечку, если ты не против. Так, что, все. Так, давайте перезарядимся, кстати. Чтобы нам было в дом комфортно. Четко. Бляха-муха. Сука. Тварь. Инфаркт мне хочет, чтобы был, наверное. Миокарда. Ух, нихера тут ботаника зеленушка. Чё там? Так, поговорить с Роуз у пруда. Блин, что случилось опять? Поглотила тьма его. Как Алан Уэйк. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond.
Why is she lying to me? The secret mission for Alan's number one fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Torrigale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that, too. Does Cynthia have any connection to the Cult of the Tree? Oh, no. She's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages and funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately, too, so he must be working on a new book! Exciting! You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Так, да, опять давайте в этот зацепку. Один. Что у нас? Wake, Rose, Один. Помощники. Каскела, Надгео. Букеры. Что за букеры? The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion. Raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart and mine. Listen to the song, Saga. It's all there.
Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Так, пластинка музея. Так, Сага щелкнула включатель на музыкальном автомате. Последняя пластинка без помощи Одина. Сага бы ее не нашла. Сага остро ощутила собственную уязвимость. Тени, казалось, готовы были наброситься на нее. Тишину нарушил скрип иглы. Песня началась. А один сказал, что эта песня была посвящена Саге, ее матери. Попытка деда извиниться, стариковские причитания. Осколки разбитого сердца, тонущие во тьме. По словам Одина, песня поможет понять Тора, найти его. Свет забрызжил в окне, выходящем в сад. Там, где Тор вошел в пруд, Сага знала, что делать. Так, что у нас тут? Хер пойми, блин. В пруд. Тор disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Блин, как попасть внутрь? Так, что у нас тут? Еще одна кота. Почему мама уехала? Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all... Так, вызвали Тора из кладки, отправиться в музей, дома престарелых на поиски пластинки. Блин. Музей. Какой еще музей? Расследование. Особняк. Блин, а какой же музей нам нужен? Дворик. Центр города. Особняк. Чего? When you read Alan's work, do you hear his voice in your head too? Да подожди ты, блин. Ой, мурашки пошли. Страшно так как становится. Кто это был? Void. You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Так. Так, ну здесь мы уже были, да? Досмотрели всю эту шляпу. Блин, я помню, еще у нас комнаты наверху были.
Чего? Где ты, дядь? Все нормально, все хорошо. Блин, а я не помню, третий этаж. Блин, нихера как щелкает. Опа. Полная, да? Ну-ка. Hello there, Saga Anderson. Hey, Pazin. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Martin. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Blum liked to talk. Короче, ну тебя нахрен. Блять! Да нахера так жестко? No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Вести один. Что за комната? Бляш. Дернулся, блядь. Сукин сын. Блин, в подвал. Где подвал? Подвал. Опа, вижу подвал. Так. Так, может быть, надо мне выйти здесь? Стоп. А. I need something to cut this. Блин, подождите. По-моему, уже с другой стороны. Кто здесь? Бляха-муха. Ёб твою мать, блядь. Официально самое идиотское меню по выбору оружия. Блять, взял эту парашу, она не работает. Пиздец, блять. Вообще идиотское меню сделали.
чего? Shit. Ё-моё. I need to get the power back on. Жёстко. Key fob's no good without power. Блять, что за ключ там опять? Запомни, нужно больше предохранителей, гораздо больше. В этом старом хламе они постоянно горят. Где этот геник? Сейчас предохранитель нужно будет стопудово. Фьюз is blown. Maybe there are spares nearby. Так, коробочка, друзья. Давайте-ка мы. Что у нас? Флаш-флайеры. Ракетница. А. Хотя хер его знает, как она работает, честно говоря. Так, сохранялочка. Can't be opened on this side. Блин, надо дальше ползти, короче. Ой. Ой. Так можно и заблудиться. Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? Эй, блин, кот нужен. Я куда я зашел? The power's off. А, наверное, питание подать потом уже. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Да ладно, не дури ты уже голову. Ага, код 273. Код 273. Блин, 273. Иду назад. Есть. А, предохранитель. Фьюз. Could come in handy. Так, что-то не понял. А, все, короче, назад идти. О, калитка открылась, замечательно.
Пошла ты, старуха. Power's back on. Так, сохранялка. Чё это? Бляха, муха, прекрати. Прекрати так пугать. Блин. Чего? Блядь, где второй этаж? Жутко, 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 друзья. Честно, жутко для меня. Блин, а что дальше? Видите, то что? Чего? Блин, где что говорит? А, ну это уже читали мы. Блядь, опять застрял. Так. Чего? Блин, нахера ты гладишь, блядь, дура ты, блядь, отпусти этого оленя. Нихера не пойму, где, что, куда, коробка, СОС. Running out.
Дед, ты, блядь, живой или нет? Подождите, что-то надо вызвать торы складки. Так, давайте по порядку, короче, пошли. А ну-ка, что у нас вообще на... здесь? Третий этаж, Синтия. Ой, блин, а что это сейчас было? А как она вкрыла? Блять, не понял я. Что за бред? Хи, блин, бред какой-то. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Так, сегодня пришлось спуститься в подвал, чтобы проверить лампочки. А Блуму больше дать нельзя, он слишком неповоротлив. А мне становится все труднее дотягивать до одних. Скоро совсем... Что скоро совсем сдам? Так, лампа Тома исчезла. Лампа с ангелом. Так любил эту лампу. Она пропала из моей комнаты. Впервые за много лет тьма поселилась здесь. Оно крало лампу Тома. Точно за свет постоянно гаснет. И некому оставить тьму. Я перестала справляться. Совсем сдала. Из вещей Тома у меня совсем ничего не осталось. Не знаю, что теперь делать. Мне нужна лампа Тома. Нужен Том. Так, повсюду мечутся тени, света тьмы. А, повсюду мечутся тени, света нет. Лампы пропали. Я не могу выбраться из комнаты. Кто-то запер дверь. Может, я сама? А может, Том? Наверное, он сделал это, чтобы защитить меня. Он такой заботливый. Барбара его не заслуживает. Тому нужна настоящая женщина. И куда же запропастилась лампа Тома? Раньше лампа была у меня. Наверное, он забрал ее. Ну и ладно. В конце концов, это его лампа, тени мечутся. Я написала. Бред какой-то. Нет никаких теней. Есть только мы с Томом. Навеки вместе. Я наткнулась там на кое-что забавное. Газетная статья о Томе. Мне держало, что он режиссер. Но Том не снимал фильмы. Он писал стихи, прекрасные стихи. Позже я обнаружила кинооборудование, которое также якобы принадлежало Тому. Что происходит? Что не так? Я в этом уверена. Так, 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 так. Навеки. Что такое? Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor. Always poking people with his hammer. He had it coming. Страница рукописи. Адам? Дамба. Was Cynthia into civil engineering? Power station. Everyone needs a hobby, I guess. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? I feel like I'm missing some context here. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Вас организовала, взяла ему морду, все разлепила. Tor's a romantic, huh? Самая лучшая женщина в мире. Женщине Т. Синтия, Синтия. Туалетка. Так, а чё? Так,
Давайте так, поехали. Так, один Андерсон заворачивался в постели, а все вокруг всплыло, его как будто придавило толще темной воды сквозь. Так, ничего, мне интересно. Так, Синтия. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Smile. Ой. Так, ну и чё? Чё по уликам? Дела, поехали. Синтия соблазнила Тора, чтобы не допустить его ко мне. Блин, а чё у нас? Тор. Синтия Тор, вот. Так. Thanks, Saga. Yes. Так, Уэк велел Рос искать героиню, никого другого она слушать не станет. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Your grandfather made the song to apologize. Так, песня попросил прощения. To your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart and mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Так, пластинка. Ага, хранилось в музее. Блин, музей, а где музей? Так, гостиная, Синти, норм, геактит, пад, гостиная. Так, а где музей? Музей есть тут вообще? Музей, подвал. Что это такое? Беседа новой реплики. Блин, может, что-то я опустил? Пластинка-то грёбаная, где она? Так.
блин, вот все открывается у нас теперь здесь. Что такое страница рукописи? Ага. Страница рукописи. Блин, либо что-то я пропустил, либо я хрен узнает. Ой, где-то музей там их найти. Музей. Кстати, еще одна комната есть. А, хрен, ты откроешь ее. Так, с ним уже бесполезно разговаривать. Еще здесь посмотрим внимательно. Блин, какие-то улики просрал, короче, я так понял. Ой. Так, разломные номера, испорченный бассейн. Зрители сходят сама во время тура группы. Красиво. Смерть участника группы Old Goods. На себе смерть. Чего? О! Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Чё так, блять, орать, ёб твою мать, сука. Так, пластинка. Cynthia. Where is Angus Remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll fleeting. The shadows to come alive. A gift. An on of death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks' care home. Вот она. The Angus Remorse record is in Cynthia's room, in her bathtub. Все понятно. Пластинка была в комнате Синти Ваня. A lake? There's a theme here. Так, досье. His remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor. Bro, Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Angus Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Понятно.
теперь понятно. А вот наша пластиночка. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Так, а где ее проиграть там? А, я помню. Там один включал музыку. Давай. Ну. The song will show me the way. Look in the mirror. Cobweb. My face forever. Так, в западном бункере обнаружено тело местного подростка. Тело местного жителя Норы Хесберг, 15 лет, пропавшая прошлую субботу, обнаружена в опечатанном подземном бункере Брайтфолс, рядом с домом престарелых Вальгала. Причина смерти – отопление. Трагедия случилась во время посещения бункера местными подростками. В субботу утром родители Норы обнаружили, что накануне вечером девочка не вернулась домой и обратилась в полицию. Знакомых жертв полицейские узнали о необходимости осмотреть бункер. Согласно официальной версии, смерть спила в результате частного случая. Местное сообщение тяжело переживает носа гибель юной девушки. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Лечится. Am I going in circles? Да, ходим по кругу. Бляха-муха. Чё? I feel like I've been here before. Бляха-муха. Бляха-муха. Overlaps require pieces of art to enter.
Is that because of the Dark Place's focus on art? Так, по кругу мы ходим, да? Что, назад надо идти? Блин. Вот. Это что было за чудище? Кто ты? Мимо. А, рубильник. О. The wall just disappeared. The light did that? Блин, какая стена исчезла. Так, за пленным бункером обнаружено тело местного подростка. Тело... Блин, что, назад что ли пришел? А, так, подождите, что-то нихера не понял я. Блять, откуда я вошел? It's a loop, like the others. I need to reach the center. Cynthia. She's here. A dead end. Что? Тупик. Блять. А, рубильник, вот он. Смотрите, еще один. Хера себе.
Так, еще один рубильник. Блин, может быть, не надо его включать. А, стоп, комната. Чё? Нет, наоборот. Locked. The key has to be nearby. Что у нас там? О, кусачки, нихера себе. Блин. Начинается головоломка вот эта вот. Уверен, что сложного тут особо ничего нету. Мы же, как всегда, любим здесь немножко потупить. Так. Карта. Все у нас тут по максимуму уже забито. Так, что у нас лечуха? Поместить, продвинуть, вылечиться. Ключ. Четко. Ключ — это шикарно. Так, сейчас теперь. Блин, ключ. Да ладно, что, лом? Вот теперь ясно. Теперь у нас появился болторез. Все, теперь я понял, короче, пошли дальше. Дверь. Че, так быстро, что ли? Блин. Ура, болторез. Открывай нам дверь. Ага. Блять, по новой пошел. Back again. Gotta go deeper. Can you hear me?
You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Так, чё? Saga. So damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. Чего? Чего? Блин. There must be a way to get the power back on. Блин, а куда мне тут идти? Хер его знает. Ах, собака. Так, а где питание? Так, а где же генератор, блин? Ай, бляха, муха. Блин, здесь тупик. Муха. А, все. Сучка.
Погнали. Одолеть Синтию. Где она? You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Где она? Блять. Синтия. Writing a story, it's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. Are you okay? Hey, it took you sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie Vaughn.